Так, у меня миссия большая, мне очень важно. Большая дядя? Да. А? Значит, в этот знаменательный день мне выпала честь передать тебе, подарок от группы творческих людей во главе с твоим любимым соавтором Маргаритой Анатольевной Пушкиной. Значит, подарок готовился долго, держался в строжайшем секрете, вот никто об этом не знал. И я обрадовался раньше времени, как в том фильме. А вы это знали? Нет, они ничего не знали. А вы? Ты из маленького? Я знала об этом, да. Вот, сейчас вот мы в Брянске, там вот в Москве очень много людей сейчас очень переживают, надеются, что тебе понравится. Вот, и что ты оценишь. Очень тебя поздравляю. Любимая, оставайся всегда таким, хоть ты и есть. Это эксклюзивный тираж диска. Там, а это к нему прилагается документ. Да, открывай, пожалуйста. Авторский. Да. Как открыть? Ну, не знаю, как подарки открывать. Так, это пока малая часть. По приезду Маргарита Анатольевна тебе... Это что ж такое-то? Это специальный диск. Сейчас продадим. Да. Нет, там написано, что он не для продажи. Абсолютно. Да, абсолютно. Вот. Да. Да. Me gusta porque está linda, me gusta porque está bella, me gusta demasiado bella, me gusta. Ay, mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita que yo papá, así como está, así me gusta, me gusta. Ay, me tiene loco, loquito, loco, mamá, no salgas a la calle. Спасибо большое. И Маргарита Анатольевна, я думаю, тебе уже все сказала. И еще один раз повторяю.